Задача довести до решения, до результата те проблемные объекты, долгострои, которые, к сожалению, в Палане есть. Это детская школа искусств имени Ковалевского, должна она заработать осенью. Сейчас новый подрядчик зашел, к сожалению, были сложности с предыдущим. Важно, чтобы не было компромиссов по качеству, поэтому, как и в случае с другими объектами, здесь мы исходим из того, что если стоит вопрос, поспешить или сделать на совесть, делать на совесть. Но в то же время осенью точка должна быть поставлена, дети должны пойти в новую школу. Уже сейчас видно, что инфраструктура качественная, хорошая, приспособленная для детей. И уверен, что она станет дополнительным импульсом к обучению по основным направлениям в сфере музыкального искусства, культуры. Здесь в Палане.